военно-патриотическом центре «Подвиг» прошло торжественное построение курсантов и педагогов. Приурочено оно к окончанию 2021 года. Сейчас в «Подвиге» обучаются 130 человек. В этот день подвели итоги уходящего года. Грамотами наградили лучших курсантов и преподавателей. Прошел год. Сам центр «Подвиг» за 2021 год завоевал порядка 30 наград различных степеней и уровней. Курсанты нашего центра за текущий год завоевали более 350 наград за участие в различных творческих, спортивных мероприятиях. Курсанты участвуют в военных сборах. В этом году ездили во Владивосток. В следующем отправятся туда же. Уже сейчас покупают билеты. В 2021 году проводили военно-спортивную игру, которую организуют и в 2022 году.